Зейбек Кабульдинов – доктор исторических наук. Алматинский гость приехал в Кустанай, чтобы поделиться знаниями о традициях и обычаях казахского народа. По словам профессора, именно традиции нашего государства позволят узнавать Казахстан далеко за пределами страны. Мы должны возрождать свои традиции, обычаи, обряды, вернуть свой национальный код, детально исследовать нашу национальную историю, в том числе региональный аспект, так называемую микроисторию. Потому что если мы попытаемся попасть в разряд 30 наиболее развитых государств, то основа, духовная основа должна быть. Кроме этого, профессор отметил, что поднимать вопросы экономики и духовной модернизации весьма правильно. В ходе региональной научно-практической конференции «Рухани Жангыру», которая проходит ежегодно в честь дня первого президента Казахстана, обсуждались и вопросы перехода казахского языка на латиницу, патриотическое воспитание студентов средствами исторического краеведения, состояние отечественного образования и тенденции развития региональной инвестиционной деятельности Кустанайской области. В целом, тема нашей сегодняшней конференции по концептуальной основе «Рухани Жангыру» в процессе модернизации экономики и общества. Все доклады, поданные на конференцию, как раз именно касаются вопросов модернизации экономики, вопросов модернизации политических реформ и вопросов модернизации общественного сознания, обозначенными главой государства в концептуальных программных документах. Профессора и преподаватели казахстанских вузов и в дальнейшем намерены делиться опытом развития науки, технологий и инноваций. Научно-практические конференции такого рода, как заявляют эксперты, помогают разработать пути обеспечения единства нации и укрепления казахстанского патриотизма с помощью научных деятелей. Алексей Басарнов, Екатерина Комиссарова, РТН.